Так, всем привет. Грузят мне сруб. Ставки на спорт! Один эксперт! Большие выигрыши! Один эксперт! Быстрые выплаты! Один эксперт! Надежный букмекер! Один эксперт! Один эксперт! Букмекерская компания. Баню. Короче, грузимся. Вон тот сруб. Фотографию делаю. Ну можно и так сказать. А тут такое здание. Да? Да. Я отправляю. Вот едет очередное бревно. Тебя будут грузить. Так вот трактором снимают, разбирают этот сруб. И уже потом везут, грузят мне в машину. Ну все, ребят, загрузился. Вроде не знаю. По рессорам не сказать, что перегруз, но на грани. Ехать будем через Казань. Потом там строго весовой контроль. Поэтому вот не знаю, короче. Посмотрим, что, как поедем. Не знаю. Будет видно, как говорится. Будем посмотреть. Ну а перед. Конечно, сидит нормально. Перед у нас вообще четко сидит. Видите? Поэтому, ладно, попробуем, выезжаем. Ребята, всем привет. Сегодня утро. Я с пикником. Заправляем маном. Смотрим. Всматриваем его. Раз все на местах. Все как должно быть, видите. Леса полный кузов. Взял 100 литров на Ирбисе. Сейчас заправят. Дорогая здесь солярка, блин. По 42,99. Уже заправились. Так, господа, короче, похвастаюсь вам немного покупочками на объездной. Получается, объездная у нас перед постом. Это объездная Нижнего Новгорода. Тут магазин вот автозапчасти, Гранд, кафе. В общем, две стяжки купил. Хорошие, не как те. 840 рублей одна. Написано 5-10 тонн. Ну, вранье, но тем не менее. Трещотками. Хотел бы с трещоток взять, чисто ремни нету, блин. Потом взял я еще. Так, сейчас. Взял баллончик газа. Не знаю, что-то летом он редко баллон нужен, поэтому вот у меня его нету. Вот он, пусть один будет, один в плите есть. Потом взял тубу под шприц, мобиловскую, хорошую. Я как-то ей уже мазал. Хорошая. И взял шприц. 450 рублей дешевый. Ну, блин, у меня шприца нету. Почему нету? Почему нету? Потому что я все время на стоянке это все мажу. И как бы покупаю тубу, а шприц прошу у парней постоянно. Своего не имею. Ну, вот решил купить. Машину надо смазывать, поэтому. Ладно, я поел, наелся. Я хочу сегодня выгрузиться, но не знаю, получится ли нет. Хотел увидеться с Сашей, Жениным водителем на мазе. Они уже обкатывают его. В общем, кто если смотрит мой канал, постоянно понимает, о чем я говорю. Все, я полетел. Быстрее, быстро, быстро, быстро. Поэтому давайте. На улице, кстати, потеплело. Плюс 27. Вот так вот. Самое главное, ребята, забыл сказать. Спасибо вам огромное, что смотрите мой канал. Что я могу выкладывать рекламу на него. И с этой рекламы просто я вот начинаю тратиться на машину, покупать хорошие вещи. Ребят, это населенный пункт Лесная Поляна, забыл вам сказать. Для тех, кто поедет, просто обратите внимание. Либо с одной, либо с другой стороны. В принципе, очень много выборов. Все и по цене, я бы не сказал, что дорого на самом деле. Есть, да, что-то подешевле, но есть что-то хорошее и недорогое. Так, вот он.
едет новый починенный МАЗ. Саша. Снимаем его. Ух, напылил-то, напылил. Новые крылья. Новая кабина. В общем, все это вы увидите на канале Джек Дальнобой. А я пить тархун. Короче, посидел у Санька в МАЗе. Попил у него тархун. Санек, короче, поехал в Ульяновск. Вот. А я, кстати, еду в Московскую область, поселок, или как это, Щелково. Поселок там, короче, какой-то рядом Щелково. Так что не знаю, когда меня будут выгружать, либо сегодня ночью, либо завтра утром. Ночью, потому что я приезжаю ночью, у меня в 11 часов время прибытия туда. Но фиг знает, короче, когда меня будут выгружать. Заказчик позвонит и скажет. А Санек приедет с Ульяновска обратно на стоянку Пушкина. И посмотрим, как его МАЗ. Ну, об этом всем вы узнаете на канале Джек Дальнобой. Поэтому, кому интересно, вы можете узнать, просто забив историю, вернее, этого МАЗа, вообще, как он покупался, как он собирался. Просто забив на, в Ютубе в адресной строке Джек Дальнобой. И все. И будет вам этот МАЗ. Ну, кому интересно, ребят, так. Для осведомления. А я все, видите, еду. У меня теперь работает спидометр. Работает спидометр. Потом все работает. Единственное, да, у меня нет электронного тахографа. Он работает, все, шайбу все пишет. Вот, поэтому без проблем. Ладно, все, давайте отвлекаться я не буду на трассе. А то такие комментарии от вас, типа, не снимай за рулем, туда-сюда, как бы. Я по возможности стараюсь всегда за безопасность дорожного движения, не снимаю что-то как-то где-то. Так что давайте я буду ехать. Так, господа, приехал я. Вот это я, видите, обросший, как обычно. Приехал на выгрузку Щелковский район. Обылден или как? Обылден или? Ну, видите, дом. Где-то здесь будет строиться баня, которую я привез. Тоже, видите, человек все из бревен делает. Молодец. Поехал он за ребятами, чтобы меня разгружали. А я пока, короче, сейчас буду открываться. Так, господа, концовочка этого видео продолжается уже на стоянке в городе Пушкино. Я в городе Пушкино. Короче, занимался машиной. Вам не сниму, вернее, не снимал, но покажу. Покрасил я в хромовый вот эти крышечки. Зеркал очень хотел. Вот, солнце, наверное, блин, будет. Вот так вот, да, видно. Вот эту сторону тоже покрасил. Что? За выходные что я сделал? Посмазал полностью машину. Шприц-то у меня теперь есть. Потом заварил вот эту вот стоечку. Видите, правда, белой краски нету. Я пока ее не покрасил. Вот, заварил она у меня, видите. Была эта самая, короче, сломанная. Сломал ее на последней выгрузке. Ну, у меня лак есть, я лаком пока так дунул, чтобы не заржавело. Вот. Потом поставил я, короче, смотрите себе, розеточку новую, видите, под прицеп, новые перекидки, краны,
закрутил фаркоп, болта не было, смазал, все сделал, все теперь у меня работает, все, чики-пуки, заварил еще, ну, правда, я коряво варю, но вот, видите, как заварил. Шовчик, так что скоро будем ездить, скоро опять, завтра еду я уже в рейс, поэтому... Так что, ребята, всем спасибо за просмотр, всем огромной удачи, увидимся, пока!